Гороскопы по знакам зодиака на 24 мая 2021 года. Лайк в знак благодарности. Общий гороскоп. Решительные и энергичные люди сегодня смогут достичь больших успехов. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах, делиться своими идеями и обсуждать их с единомышленниками. Часто получить поддержку оказывается проще, чем вы думали. Однако не стоит удивляться и критическим замечаниям, их сегодня может быть немало. Прежде чем браться за любое дело, нужно взглянуть на вещи реально и правильно оценить свои силы. Не рассчитывайте на то, что легко добьетесь успехов или все сразу сложится по-вашему. Куда вероятнее другое, придется прикладывать усилия и отстаивать свои интересы. Спокойный плодотворный день, позволяющий все делать по плану. Лучше не спешить с решениями, особенно если дело касается работы. Неожиданные предложения могут казаться заманчивыми, но, рассмотрев их пристальнее, вы обратите внимание на некоторые важные нюансы. 24 мая – это день удачный для любых проявлений чувств. Позитивное настроение и оптимизм будут сегодня основными сопутствующими качествами. Вечер же стоит посвятить более аналитическим делам. Возможен успех в делах, касающихся укрепления социального положения, влияния в коллективе. В качестве отдыха лучше всего подойдут спортивные мероприятия или прогулки. Рыбы. 24 мая не сулит каких-то особых успехов в профессиональной деятельности. Поэтому стоит расслабиться и отдохнуть. Наилучшим времяпрепровождением станут посещения театра или музея. Ваше эстетическое восприятие будет более тонким и глубоким, чем обычно. Благодаря приобщению к прекрасному у вас могут даже возникнуть некоторые оригинальные идеи. Не пренебрегайте ими. Критический день. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют быть осторожными. Рекомендуется отложить поездку на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Следует внимательно отнестись к своему здоровью. Не надо перенапрягаться, искать приключений. Спокойный отдых даст вам необходимый запас прочности. 24 мая рыбы будут больше мечтать, чем делать. Конечно же, многие дела смогут реализоваться и без вашего активного участия, но другие потребуют усердия и вложения денег. У семейных рыб может случиться любовный роман на стороне. Будьте осторожны, чтобы о нем не узнал даже близкий друг. Не ставьте под угрозу свой брак, иначе потом всерьез пожалеете об этом.